Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур. Сегодня в рубрике «Первый взгляд» мы посмотрим игру Assassin's Creed, которая вышла буквально вот только что. Сняли эмбарго с публикации ревью роликов на нее. И я могу вам показать первый взгляд. Давайте посмотрим на эту игру. На мой взгляд, это одна из главных игр в этом году, потому что... Ну, во-первых, это Assassin's Creed, который любят очень многие, а во-вторых, это очень интересная тематика, то есть пираты и все такое. Я хочу сказать, что в свое время являлся большим поклонником такой игры, как Корсары, и когда я увидел геймплейные трейлеры этой игры, я понял, что что-то тут примерно очень похоже, и, по-моему, это крайне неплохо. Поэтому давайте смотреть, у меня на руках английская версия, что там будет в русской, посмотрим уже, какая выйдет русская. Версия для Xbox 360. На компьютере, насколько я знаю, она выходит через месяц. Ну и, соответственно, лучшая графика. Я эту игру вообще планирую проходить на PlayStation 4, потому что это будет один из лонч-тайтлов. Ну, просто на PlayStation 4 будет интересно в нее играть. Не знаю, короче говоря, посмотрим. ...1715 год. Самое время для всяких пиратов. Так, отлично. Я думал, что мы играем за того ассасина, но мы играем за непонятного пирата. Так, секундочку. Я в наушниках звук убавлю, а то слишком орёт. Так, хорошо. Нужно взяться за штурвал. Пойдем. Куча народа тут на полу. Выглядит все, надо сказать, несмотря на то, что с поправкой на каренген очень-очень круто. Стрелять пушками. Чтобы стрелять своими пушками, держите левый триггер, двигайте правым стиком, чтобы целиться, потом нажимайте правый триггер, чтобы стрелять. Хорошо, давайте попробуем. А, вот, неплохо. Реально, помните Корсара в свое время? Это была просто мечта для того времени. Жаль, что серия настолько быстро и печально загнулась. Свидание. Перезарядка идет довольно долго, но не так, чтобы там, как на самом деле. Ушел. Хорошо, можно целиться с кормы. Можно целиться бортами. Давайте вжарим его. Можно выбирать типы боеприпасов, но пока будем валить тем, что есть. На таран! Нет, на таран лучше не надо. Слишком большая рыбка. О, хорошо. Это на самом деле очень круто. Так, не пробил. Давай, я хочу затопить эту сволочь. Вот так вот, до свидания. Так, у нас на корабле тоже, я смотрю, все не очень хорошо. Кто это? Начало, надо сказать, такое очень даже. Вообще, честно говоря, я очень любил первую часть. С удовольствием прошел вторую, а дальше у меня как-то отношения с серией не заладились, и третью часть я даже не прошел до конца, как и разнообразное дополнение. Sod the Navy's gentlemen. For every shilling I'd earn, the captain gets 600. That's no way to earn a fortune. We don't need a fortune. It's not about need, Caroline. I want food that don't make me sick. I want walls that hold back the wind. I want a decent life.
Парень хочет другой жизни. Ему не хватает приключений. A year, I reckon. Two at the most. All right. No more than two. Насколько ты, говорит, уйдешь в море? Ну, год, может, два. А, говорит, обещаешь, что не больше двух лет. Конечно. На самом деле, превью-версия, которая лежит у меня, не содержит русского языка, но, как вы понимаете, финальный вариант, который уже выйдет на прилавке, будет озвучен и переведен. То есть все как всегда, все как надо. Япона, мать. Мне на необитаемом острове. Давайте посмотрим, кстати, по опциям. Я включу субтитры, чтобы получше понимать. Крафтинг, инвентарий, опять что-то связанное с абстерго. То есть, что я хотел сказать, первая, вторая часть мне нравится очень, но после этого как-то то ли времени не было, то ли что, но я уже не настолько проникался игрой. Так, субтитры включены. То ли временной промежуток, который выбрали в третьей части, меня не сильно впечатлил, но, в общем, я ее даже не прошел до конца. Но, тем не менее, после того, как я увидел все, что обещали в этой игре и обещают, она меня дико заинтересовала. Так, плыть побыстрее мы не можем. Интересно, а карту мира можно посмотреть? Пока, судя по всему, нет. Или да, вот так вот. Ну, что я хочу сказать. Плавать здесь можно довольно обильно, насколько я понимаю. Это же обалдеть просто. Хорошо. Вернемся к нашим баранам. Правый триггер держать, чтобы плыть быстрее. Окей. Вообще, чего не хватает к рентген-версиям, это продвинутой графики, которая была у всех трейлерах. То есть на ПК, на консолях нового поколения игра будет выглядеть просто феноменально, но то, что мы имеем на Xbox, на PlayStation 3, в принципе, выглядит нормально, вполне себе современно. Хочется, конечно, большего. Белозубая улыбка. У пирата-то. Тебе тоже повезло, говорит. Гавана. Я должен добраться до Гаваны. Ну, тогда я тебе построю новый корабль. Я тебе могу заплатить. Вы же пираты, ты любите сотню эскудо. Продолжай. Сделаешь или нет? С собой-то денег у тебя нет, верно? Долбаные пираты. Я за тобой, говорит, недотрога. Найди ассасина. Так, но управление то же самое. В принципе, правый триггер бежать, X драться. Только теперь у нас dual wield, то есть оружие в двух руках. Любопытно. Хорошо, погнали за ним. Держите РК, двигайтесь для фрирана. Ну, я как раз этим и занимаюсь. Во-во-во, только не упади. It's 100 leagues or more to Havana. Will you walk that distance? 100 лиг, говорит, до Гаваны. Пешком пройдешь эту дистанцию. Так, хорошо, и где же ты, касатик? Пистолет-то есть? У меня пистолета нет. А места, я так посмотрю, обитаемый огонь, какие-то хижины. Ладно, допустим.
Нет, это делается, видимо, не так. Хорошо, давайте посмотрим, что у нас вон там. Окей, можно подняться еще выше. Хваленая новая физика растений, то есть теперь, когда проходишь мимо них, они пригибаются. Не знаю. Не могу сказать, что это что-то супертехнологичное. Но, в принципе, ладно, пусть будет. Так, ну где же ты? Куда же ты упоролся в таком состоянии? Как вообще? Еще выше. Интересно, мы сейчас будем прыгать в седа? Так, нам значится сюда, да? Для человека, только что потерпевшего бедствие, кораблекрушение, ты двигаешься довольно неплохо, как бы тебя там ни звали. Главный герой мне нравится. Мне не нравился герой в третьей части. Не знаю, третья часть, по-моему, довольно спорная была вообще. Так, и что? Вообще, нам, походу, вон туда надо было двигать. Сейчас мы синхронизируемся. Не знаю, местная природа меня просто радует. Мне давно хотелось игру про пиратов, но нормальную, вменяемую игру про пиратов. И, в принципе, возможно, в этой игре мы это получим. Другое дело, что игры от Ubisoft, они всегда очень схематичны в плане фриплея. То есть, когда ты приходишь на новую территорию, тебе что в Far Cry, что в Assassin's Creed, что в других играх, которые, в принципе, тоже с открытым миром, нужно найти какое-то место на вершине. Погнали, в кусты. Откуда ты сможешь осмотреться, открыть территорию и после этого выполнять какие-либо задания. Следуй за мной, я убью тебя, говорит. Ну посмотрим, кто кого. Так, подожди. К управлению стоит привыкнуть. Я в Assassin's Creed не играл уже очень давно. А говорит, вместе можем. О, ушел. Вместе, говорит, можем справиться с этим. Так, хорошо, придется последовать за этим психопатом. Что же нам еще остается? Ух, незнакомую воду с такой высоты. Опасно. Держись от меня подальше. Вау, блин, я же вздрогнул. Мужчина, ты что делаешь? Ты что такой напряженный? Ну все, ты напросился. Да постой ты, ну. Так, давай, давай, плыви. Потихоньку отрывается, не надо было прыгать в воду. Че, гоняем. Мне, кстати, нужно его убить. Ладно. Вот и все, да? Мистеру Данкану Уэлпоу, я принимаю ваше приглашение и жду вашего прибытия. Если у вас действительно есть нужная нам информация, мы вас наградим. Я не знаю вас внешне, но по костюму вас могу узнать. Приходите в Гавану побыстрее.
И верьте, что там будут вам очень рады. Губернатор Лауреано Торрес Айялы. А, вон оно что. Мистер Уолпол, давай получим твою награду. Хорошо. Найди путь к Гавану. Так, это что там такое? Так, это шхуна. Мне, говорит, подойдет. Внимание, запрещенная зона. То есть тут, если нас увидят, будут стрелять на поражение, насколько я понимаю. Давайте для начала мы нырнем сюда. А теперь давайте разбираться, что же тут вообще происходит. Пираты кругом. Пираты какого-то прессуют торговца. Он хотел в Гавану, но они плывут в другое место. У них есть пистолеты, поэтому не знаю, как мы будем на них нападать. Так, спокойно. Черепахи, смотри. Так. Мужчина. До свидания, мужчина. Так, ну в принципе... Я думаю, даже получится что-то. Хотя... Так. В растения в них можно прятаться. Можно двигаться в них незамеченным. Используйте, чтобы приблизиться к целям. По-тихому. А, вон оно как-то. Посмотри. Заберите, говорит, мой сахар. Что угодно заберите. Так, тихо. Я-то думал, как мы тут будем. Отвернись, пожалуйста. Так, в принципе, его можно тут дождаться. Иди сюда, родной. Ой, по-моему, это довольно заметно. Нет? Добрый день. До свидания. Так, хорошо, а тут мы накроем вот этого касатика. В принципе, довольно просто. А уж явно не Splinter Cell Blacklist. По сложности. Тихо. Так, ну допустим. В принципе, какого хрена? Система боевая что-то, кстати, такая очень прикольная, по-моему. Слава богу, сэр, вы меня спасли. Миллион спасибочек. Это твое? Да, это мое. Но вот капитан мертвый лежит. А я, говорит, не умею плавать. Я сам могу доплыть. Не хочешь уйти с моим кораблем? Я Данкан. Как тебя зовут? Стид Боннет. Стид Боннет. Я на секретном задании, Его Величество. Я должен очень быстро добраться до Гаваны. Я тоже туда двигаюсь. Вместе двинем. Но вы меня спасли. Я думал, ты пират. Да? Хорошо справились с ними. Легко.
Даже испугали меня. Не такой уж и плохой день в итоге, да? Так, доберитесь до корабля. А для этого нам придется, похоже... Жаль, говорит, что у нас лодки нет, придется плыть до корабля. Только хотел спросить, а где же лодка? А как эти пираты сюда приплыли? Это сложно. Здравствуйте, это кто такой? Неплохо он для торговца такой. Здорово. Вас даже не интересует, кто я? Ну ладно. Приплыл, взял руль, поплыл. И такие, окей. Не самая, говорит, современная шхуна, но мне подходит. У меня, говорит, тоже. Сильный ветер. Давай на полной скорости. Хорошо, прибавим. Я пока, к сожалению, направления ветра не вижу. А, вон он, на карте. Встречный, справа. Или нет? По-моему, да. Управление кораблем, надо отметить, довольно удобное. Нужно как-то вырулить из этой бухты. Я предпочту делать это не как GTA, просто тупо пролетев по этим песчаным насыпям. Давайте не будем рисковать. Так, надо притормозить. Короче говоря, потому что я вижу, я уже определенно буду играть в эту игру, потому что я люблю пиратскую тематику, но играть я буду с графоном. Потому что если есть выбор, зачем играть с худшей графикой, я лучше подожду выхода на ПК, либо PlayStation 4, где все это, помимо того, что довольно неплохо играется, будет еще и великолепно выиграть. Ну, ой, выиграть, говорю, играться. Ой, выглядеть, господи, что я несу. Но в итоге, короче говоря, любопытно. Все очень неплохо, по-моему, с геймплейной точки зрения. Ого. Киты развлекаются. Меня аж перекосило всего. Вы прирожденный моряк, Данкан. У меня, говорит, опыт есть. У вас, говорит, интересная жизнь. Полная приключений. Интересно. Многое повидал, да. Завязка любопытная. Музыку интересно по-прежнему, Джаспер Китки пишет. Отличная работа. Очень многообещающая. Так, хорошо, и мы снова в анимусе. Окей. Мне всегда была, кстати, интересна вот эта вот история в современности. Ладно, теперь полегче. С возвращением. Ну, вроде как все хорошо выглядит. Да, посмотрим, не повредили ли мы твой разум. Двигай головой и смотри на огоньки. Посмотри наверх. Хорошо. Вниз. So far, so good. Let's get you up. Давай поднимай тебя тогда. So,
Welcome to the Sample 17 project. Добро пожаловать в образец 17. Тебе это понадобится. There you go. Вот так. Testing, testing. 1, 2, 3. Hello, bonjour. Прием. It works? Работает. All right. Let's take a walk. Your file says you've done some memory research before, but not to this extent, which is surprising. You're very good. The data streams are very stable. В общем, мы новоиспытуемые, что ли, и наши данные реально очень стабильные. Им нравится новоподопытный. Это Абстерго? Надо будет маленько в Википедии почитать уже три части, потому что я не понимаю, что происходит. But Abstergo Entertainment has been a studio for a few years. Да, это Абстерго. Since 2010. Не так давно они купили это здание. Здравствуй, мужчина. Maybe you saw Liberation? Может, видел? That was our first title powered by Animus Tech. That was just the tip of the iceberg. Подожди, Liberation — это игра, которая выходила на PlayStation Vita в серии Assassin's Creed. Они говорят, что это одна из наших дисциплин. Edited versions of real history. But only the exciting parts. And we think we found the perfect. Это, говорит, измененные версии реальной истории. Только самые интересные моменты. Caribbean pirates. So that's your gig. Сейчас, говорит, мы занимаемся карибскими пиратами. И это, говорит, твоя тема. It'll just take a minute, okay? Минуту займет, хорошо? Хорошо. Я вам пойду, вон кофе попью. Ася, можно кофе, пожалуйста? Нет? У меня что, с лицом что-то не так? Ты на меня не обращаешь внимания. Ладно, Нэнси. Это для тебя, говорит. Твой коммуникатор. Power it up and give it a look. It's pretty slick. Включи и зацени. Ладно. Ух ты. You might have noticed that security мои файлы. А что у меня за файлы? Паспорт сотрудника. Так, ваш паспорт. Окей. Рассмотреть его полностью. А это своеобразная такая брошюра. Вон этот доктор, как его там звали. Видок, видик. Как-то так. Ой, я слабо помню, честно говоря. Эту серию надо будет освежить воспоминания, реально. Перед тем, как я буду серьезно уже в нее играть. Так, я хочу, подожди, спокойно. Я хочу закрыть. Вот так, да. Водичка. Красиво. See that flashing wireless signal? Видишь этот сигнал? Похоже, что ты присоединился. А, то есть здесь все на беспроводной связи, и мы можем с помощью своего планшетника управлять. А в самом... Тут кнопок вообще никаких нет. Окей, ладно. Хорошо, давайте будем делать через планшетник. You ready? Готов. Let's go. Пойдем. Ah, there's the boss, Olivier Garneau. А вот и босс, Оливье Гарню. Bonjour. Salut, mon ami. Привет. Как ты? Well, thanks. Have you met our new hire? Just started today. Наш новый работник. Bonjour. What project? На чем работаешь? Sample 17. Линия Кенвея. Connor. Хейтем Коннор. Edward, the pirate. Edward, pirate. Arr, matey. Very exciting. Очень интересно. Добро пожаловать на борт. Melanie, can we talk in your office for a minute? Может, в офисе поговорим? Just let me get this one settled, and I'll see you in. Сейчас разберусь и через 5 минут увидимся. Nice to meet you. Рад познакомиться. So, this is the sample 17. Вот наш этаж. We're diving into the memories of one very generous donor. Здесь мы погружаемся в воспоминания Дезмонда Майлса. And hopefully one day we can forge some fantastic experiences from what we find in there. Мы смотрим его ДНК, и я думаю, когда-нибудь мы сможем найти там что-нибудь удивительное. Дезмонд Майлз, герой первых трех частей. Это пара ног, это Джон, айтишник. Он чинит. Он не чинит, он калибрует, точно. So here we are. Your very own Animus workstation. Вот твоя личная станция Animus. This is all yours. So sit back, relax. Все, садись, расслабься. If you need any hints or tips, если какие-то подсказки нужны, все в анимусе.
проблем не будет. Хорошо, попозже, говорит, свяжемся. Приятно попиратствовать. Так, давайте мы успеем заняться. Тут у нас Oculus Rift. Любопытное место, кстати говоря. Наш герой, похоже, не знает, что Абстерго — это один большой кусок экскрементов, потому что более злой конторы представить нельзя. Они реально убивают людей. Но в итоге... Хорошо, это что? Это наш костюм. В итоге можно, я думаю, покупать будет через Uplay, и можно будет открывать по ходу игры. Но пока не знаю. Так. Давайте подключаться. Добро пожаловать в Animus Omega. Есть какие-то вопросы, комментарии или предложения о том, как реагировать на Animus консоль? Свяжитесь с Мелани. You have been registered as part of the Sample 17 project. Your primary research target is Вы будете разрабатывать тему Эдварда Кенвея, рожденного в 1693 году. Калибрация, калибровка завершена. Все нормально. Вот техника пошла. Так, и мы, судя по всему, прибыли в Гавану. Большой красивый город, в котором, я думаю, все сведется помимо сюжета. Да, и это Assassin's Creed 4 Black Flag, то есть черный флаг. То есть ведется все к стандартному геймплею игры от Ubisoft с открытием новых территорий и выполнением дополнительных заданий. Гавайи, я здесь был один раз. Действительно, сокровище. Куба. Кого не знаешь? Просто ищу, говорит, дружелюбное лицо. Не хочу снова нарваться на пирата. Да, такой парень, как ты, должен быть поаккуратнее. Хорошо, и мы в Гаване. Блин. Я не знаю, вот мне во второй части очень сеттинг нравился. Венеция, эпоха просвещения. Раньше, говорит, воевали с испанцами, а теперь я с ними торгую. Где, говорит, здесь лучшая забегаловка? Я направляюсь в публичный дом, чтобы встретиться с торговцами. Со мной пойдешь? Пойдем. Гаван. Короче говоря, я в эту игру буду играть из-за сеттинга. Сеттинг просто офигенный. Я уже вижу, здесь реально над ним поработали. Посмотрите, это же круто. Не знаю насчет сюжета, не знаю насчет... Боевка крутая, в остальном по геймплею пока сказать нечего. То, что мы заценили, в принципе, настраивает на довольно оптимистичный лад. Но говорить с уверенностью я бы не стал. Пока что выглядит довольно любопытно. Здрасте. Few dozen reals for every hour of knowing. Keen to meet them? No, goodness no, I'm a married man. Married men are their forte, mate. Любопытно. А здесь тоже интересно, нужно искать какие-либо метки там из анимуса. Here's a purveyor of personal defenses. I should acquire a blade for myself, Duncan, just as you have. This rusty razor's nothing to admire. Местная стража. I appear a mere kitten walking so close upon you. Perhaps a small dagger would suit me. Let's see what he's selling. Maybe I'll buy a sword too, and we'll both jump rank. Oh, we'll be quite the pair, you and I. Twin devils. Ха-ха-ха. Yeah, такой типичный порт, да? Здесь можно купить оружие. I did save your skin. Ah, of course. Cheers. Здрасте. Что есть? Так, есть пиратская сабля. Можно шпагу. Прикольно. Хорошо. Что-то есть ощущение, что это все еще и прокачивать потом можно будет.
Так, ну ладно. А, мне нужно это купить. Хорошо. That's a better fit for me. How do you fare? I had only enough for a small knife, sadly. Still. Мне, говорит, это подойдет. А ты с чем будешь ходить? А мне, говорит, ножик обычный подойдет. I've led us astray, Duncan. Oh, no matter. I'll get us a better view. What are we looking for? A tavern with a sort of courtyard. Мы ищем таверну. Посмотри, говорит, таверну. Хорошо. Ого. Не привлекать внимание, говорил он. Конечно. Так, а поэтому мы сможем подняться? Сможем? Нет, не сможем. Хорошо, значит, притопим и посмотрим, где же здесь можно. Здесь тоже не особо. Дается мне, что нужно будет подняться вот здесь. Ух ты, ты кто? Киська! Прикольно. Every finger's a fishhook. That's how you tell a true sailor. Так, дотянешь. Отлично. Хорошо пошел. Подготовка на уровне. Так, синхронизируемся. Видок, да? Я, кажется, вижу это место недалеко. Там уже кто-то грабит. Куда пошел? Так, спокойно. Я даже не хотел как-то его живым брать там. Конечно. Так, все, теперь топим. Так, в общем, ну что, для первого взгляда, я думаю, полученной информации будет достаточно. То есть мы оценили первые полчаса игры и, в принципе, смогли составить первое впечатление по проекту. То есть это именно первое впечатление. Я не могу сказать, что игра прям такая однозначно хорошая. Но потому что я увидел, в принципе, довольно интересный и приятный проект намечается, потому что интересный сеттинг, в первую очередь. Судя по всему, довольно неплохой сюжет, то есть этот главный герой, по-моему, интересен. Я повторюсь, мне в третьей части герой вообще просто изначально какое-то отторжение вызывал, что его отец, что сам герой как-то было не то. А здесь все выглядит как надо, и самое главное, пираты, я обожаю про пиратов фильмы, игры и тому подобное. Здесь еще и какой-то такой определенный есть, ну, закос, не закос, ну, очень похожая тематика на Корсары, скажем. То есть здесь интересно плавать на кораблях, покупать новые, прокачивать их. Кроме того, куча территорий для исследования. То есть вы понимаете, пиратская тематика, опять же, клады, Робинзоны, Крузы и тому подобное. Я думаю, это будет любопытно заценить. Но при этом то, что я смотрю, это версия для Xbox 360, соответственно, технические ограничения. Игра выходит, напомню, помимо этого на консолях следующего поколения, на ПК, и там она будет выглядеть просто фантастически. Я видел разнообразные трейлеры, выглядит как надо, то есть очень и очень круто. Пока что мне не хватает, в принципе, только этого, но я... Повторюсь, это только первый взгляд, и мы не можем пока по полной оценить фриплей. Вполне возможно, будут какие-то провисания в нем, как это было в третьей части, как это было во второй части. Временами там ничем, кроме сюжета, заниматься было не так уж... Ну, интересно было заниматься только сюжетом, а второстепенные задания были довольно-таки, как бы это сказать, генерик. То есть, по сути, лишь бы были. Будем надеяться, здесь такого не будет, но пока что... Ух ты, смотри, гопники какие. Пока что мне все нравится, и в принципе это тот проект, который я точно буду играть. Надеюсь, вам понравился этот первый взгляд. Надеюсь, информация, полученная из этого видео, была полезной. То есть вы можете купить эту игру сейчас, можете купить ее попозже, когда она выйдет на ПК, на консолях следующего поколения. В принципе, и в том, и в другом случае, я думаю, она стоит вашего внимания.
Как бы там ни было, решать вам. Спасибо, что смотрели. Спасибо Ubisoft за предоставленную пресс-версию игры. И, в принципе, на этом все. Увидимся. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.